Начало прикольное. Такой прекрасный фильм. Ты куда зашла? Не знаю. Он сказал, что его нужно обновить. Сегодня мы посмотрим трейлеры трех киноновинок. Вот, например, «Похититель носков». Ты что-нибудь об этом знаешь? Вообще ничего? Нет. Готова посмотреть? Он выглядит странно. Шесть плюс. Как говорится, мы то, что мы едим. Относится и к носкоедам. Андрей, я дышу рак. Мы похитители носков, и первое наше правило гласит: Никогда не кради всю пару. Никогда не кради всю пару. Вот куда она все девается. Я не ворую, я делюсь с людьми. Один носок им, другой мне. Пускай нарисовки. А это что за синий чувак? Я хихиш. Научите его всему, что следует знать похитителю. Устройте мальчишку. Я в жизни ничего не украл. Так, это значит носкоеды или как там они воруют носки? Да. Там есть люди, которые жрут носки. Кушают, извините. Они сами носки. Они очень опасны. И помните братью пару. Носкорезы. Люди, носкоеды, носкорезы. Это слишком жестоко. Дайте мне поговорить с господином Ножиком. Так, ты хочешь быть носкорезом? Если можно. Никто не знает, как они выглядят и где прячутся. Но я уверен, что однажды выслежу и поймаю похитителя носков. Понятно. Это странный фильм. Ребят, вам не надо его смотреть. Я не знаю, ну... Как же носки? Зато ты узнаешь, куда деваются все твои носки. Моя детская психика сломана. Может, ты их найдешь? Может быть. Вот, ну это 6+, на самом деле, я бы... Если бы у меня была какая-то сестра или брат, 6+, 6+, брат. Смотрите «Сказочный патруль». Вот такой мультфильм. Не, лучше это для лет 12. Честно, не заинтриговал. Вот был фильм «Тайная жизнь домашних животных». Очень хотелось на него пойти, мы ждали 3 месяца выход. Но он не оправдал. А этот даже не заинтересовывает. Да. Я бы моего ребенка не повела. И я думаю, рейтинг все-таки не соответствует. Там мужчина ел носки. Не надо. Итак, смотрим следующий. Давай. Такой чай. И называется он «Следующее поколение». Это людей современных, и сейчас же... Спорим, там девочка вот с фиолетовым волосом, это главный герой. Да. Класс, и вы любишь роботов больше, чем меня. Что, солнышко? Ну, просто примерно так. Уважаемая, пойдемте со мной. Нет. Она прикольная. Угу. Ой, больно. Прикинь, она прям головой в пол. Это мультик, тут так можно. Netflix представляет. Привет. Бэймакс, серьезно. Подружиться. Побудешь сегодня тут. Не ты, мама. А я знаю. Что? Осуждаешь меня, брат? Ну, это же там, не знаю, будущее. А, будущее собаки разговаривают. Кстати. Зачем оснащать робота оружием? Скоро произойдет нечто ужасное. Искрили. Это они как бы настраивают терминатор на будущее. 2-3 наша единственная надежда. О, он такой милый. Я чувствую драму от него. Одна связь. В мире слишком много несправедливости. Вместе мы можем это исправить. Может перезапустить вашу жизнь. Обещаю, я тебе не брошу. Нет. Вспомнил он умрет в конце фильма? Или его разберут? Как Бэймакс. Да. Следующее поколение. Ну, такое. Спасибо, что открыл меня. Осторожно, сейчас я закроюсь.
Это самый красивый. Ой. Какая замечательная дверь. А какой рейтинг не написан? Да 6 плюс, наверное, так же. Главная героиня прикольная, робота, я думаю, робот убьют в конце фильма. Робот слезали с Бэймакса из, да, города героев. И, ну, он такой сюжет наивный, если честно, предсказуемый, по-моему. А следующее мы смотрим Годзилла 2, король монстров. Интригует. Так, тихо. Массовое вымирание, которого Америка. Мы так боялись, уже началось. Это девочка или мальчик? И причина в нас. Мы инфекция. Между руинами. Как любой живой организм, планету лихорадит в борьбе с вирусом. Знакомая актриса. Эти существа — истинные хозяева Земли, титаны. По многие тысячи лет они были сокрыты от нас по всему миру. Если там будет скример, я Если этого не переживу. Если их всех, наша планета погибнет, и мы вместе с ней. Эти существа — наша единственная гарантия сохранения. Какая жизни. Это черепаха? Это большая-большая черепаха. Ну, Земля же. Честно, на похоже на мир юрского периода. Да. О, Годзилла. А, это Годзилла, а не черепаха. Что вопрос? Годзилла же всегда был плохим. Это крылья! Это бабочка. С каких пор Годзилла стал хорошим и спасает мир? А, это. Всякие похожи. Вау. Это три головы. Это Горыныч. Да здравствует король. Как приручить дракона? Да и что? Да. Ну, я бы сходила и посмотрела. Не, а я бы не пошла, я не люблю такие фильмы, честно. Катастрофа. Ну, Годзилла, это для нас это монстр, который всех убивает. А тут он тоже монстр, который всех убивает. Но там он король монстров, который всех убивает. Ну, тут просто, я не знаю. Тем более этот фильм, по-моему, это особо как приручить дракона. Кто там еще? Там был Горыныч, парковского периода. И... Короче, сборка такая. Солянка. Да. Ну, все, расходимся. Ну, в общем, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. До новых встреч. Посмотрим что-нибудь еще в следующий Ищите раз. Ищите только хорошие фильмы. Да. Присылайте нам трейлеры. Пока. Не надо.